Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Crazy King. Эти башни должны не подпустить минотавров. Ха, глупый рыцарь. Вы не читай моим приспешникам. Это мы еще посмотрим. Призываю дракона. Их слишком много, я не смогу удерживать их долго. Собирайте горожан и бегите, спасайтесь. Спустя несколько часов. Нет, мой город. Где все? И что это на земле? Это, дорогуша, боевые карты. Боевые карты? Вы еще кто? Я Пикси, императрица Совета Фей. Короли этого мира обезумели. Для борьбы с ними нам нужен герой. Я остановлю этих безумных королей. Я, собственно, хотел спросить, не знакомы ли вы с настоящим героем? Ну, наверное, и вы сойдете. Наверное. Crazy King. На наши земли напали обезумевшие короли. Нужно защитить царство. Нужно любой ценой остановить короля бычка. Пробьемся к его твердыне. Какой там бычок? Так, король-бычок обезумел и отправил своих быков на нашу снежную родину. Владения вечной зимы дрожат от топота их копыт. Остановите их. Здесь показаны основные сведения о предстоящем бое. Победа приносит награду, это понятно. В награду можно получить до 3 элементов. По одной за каждую звезду. Сыграем? А что, у меня выбор есть, что ли? Сыграем. Посмотрим, что почем. Добро пожаловать на поле боя. Приближается патруль минотавров. Они будут атаковать отсюда. Ваша задача — помешать им добраться сюда. С помощью карт можно строить башни, которые становят врага. Карты используются за ману. Манна дается за победу над врагами. Хватит болтать, потренируемся. Я вот только хотел сказать, хватит болтать. Так, активировать карту. Сюда. Сюда. Ну сколько тут, ё-моё. Нажми на знамя для начала. Минотавры, бычки. Так, а мой герой-то может что-нибудь делать? Эй, погоди. Град стрел сдерживает наступление минотавров. Ну, так себе сдержит. Ну ладно, хорошо, здесь вроде все нормули. Так, что там опять? Разместите башню, ну, понятное дело. Так, следующее, сколько волн? Волн сколько, скажи мне на милость. А, они еще сверху прут. Ну давай, 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 бомби их. Так, тут еще помимо бычков какие-то крысы бегут на нас. Или кто это? Ну, похоже на крыс. Тут у нас Википедия есть еще, я смотрю. Так, монстры. Отважные, быстрые пехотинцы, хребет орды минотавров. Минотавры не самые умные создания в царстве, но недостаток ума компенсируется грубой силой. А это крыса. Крысы распространены по всему царству. Быстрые и практически бесчисленные. Эти все проникающие паразиты в дурных руках могут стать страшной армией. Активировать карту. Что это? А, капканы даже тут есть. И как этот капкан будет работать, интересно, не знать. Можно еще поставить? Можно. Опа. А, он на разовый капканчик получается. Капкан — лучшее средство от минотавров. Это мне Пикси учит премудростям своим. Допустим. Все, что ли? Обучение закончено на этом. Карту мира. Разместите капканы на пути врага. Вы остановили этих минотавров, но на подходе другие. Хорошо, что вы нашли блестящий новый меч. Установим его. Куда мы его установим? Сюда? Допустим. Отлично, энергия есть. Пора остановить нашествие минотавров. Ну, попробуем.
Так, война пришла в сонную деревушку Морозный дом. Поселенцам нужен герой для защиты. И опять же все возлагается на меня. Минотавры и их гнусные союзники-грызуны снова на марше. В этот раз вы тоже сможете вступить в бой и уничтожать врага. Сначала постройте башни, затем займите позицию. Так, построить башню. Давай сюда. 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 И займем позицию. Типа, начнем бой. Обязательно постройте больше башен, как только у вас будет манна. Так, мой герой вообще будет драться сегодня или нет? О, побежал, побежал. Так, башню ставим. А башни улучшаться будут или нет? Ну, по идее, должны. Так. Ага. Мы их сдерживаем. Эти тут, смотри, внизу. Вон. Костерок, у них все дела. Отлично. Еще один отряд врагов и все. А здесь отображается число отрядов врага. А, вот они, волны-то где. Досрочный вызов отряда врагов дает дополнительную ману. Это мы знаем. Рядом со счетчиком волн указаны имеющие у вас сердца. Вы теряете одно сердце за каждого пробившегося врага. Чем сильнее враг, тем дороже он обойдется. Отразите атаку врага, не потеряв сердец, и вы получите 3 звезды. Если потеряете больше половины сердец, то получите только 1 звезду. Но для меня это не новость на самом деле. Это стандартный Tower Defense, поэтому нам это все знакомо. Минотавров только становится, по-моему, все больше, больше и больше. Капкан. Чтобы им неповадно было. Ага. Так, и снизу поперли. О, еще и крысы побежали. Ну, лучше не придумаешь. Так. Хорош, 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 хорош. Не пробежал, сосунок. Ох ты, это что такое, ребята? Это у нас новая какая-то карта. Мы новую карту получили. Чувак какой-то там. Угу, новые. Мы должны отправиться в город, обледеневший очаг, за подмогой. Дорога длинная и холодная, но минотавры и их изобилирующие вредители не дадут нам замерзнуть. Да ты что? А, это башня-пират. Здесь можно выбрать, какие карты взять с собой. Также можно посмотреть отчет разведчика или снарядить героя. Добавим в боевую колоду башню-пирата. Давай добавим. Так, в бой. Дорога совершенно пустая. Оживим-ка местность, поместив пару башен. А некоторые башни можно улучшать после строительства, наконец-то. Построим и улучшим одну башню для практики. Я вот и хотел узнать. Так, улучшаем. Так, бомбы из черного пороха. Урон 6-10. Превосходно, башня пирата улучшенная. Плюсами отмечены башни, которые можно улучшить. Всегда улучшай свои башни. Построенные башни нельзя убрать. Тщательно подбирай место для них. В плане нельзя убрать. Башня пират метает бомбы с большим радиусом взрыва. Она очень эффективна против толпы врагов. Постройка несколько башен лучников для обстрела отставших. Удачи. Ну, давай так сделаем и вот так. Плюс капканчик. Вызываем. То есть почему здесь нельзя, ребята, убирать башни? Вот. Это какая-то новость. Обычно во всех играх можно убирать башни. Ну, по крайней мере, продавать их. А тут нифига. Смотри, смотри, там лиса наверху бежит. За зайчиками побежала. Лиса все гонится. Я могу спасти этих зайцев? Не могу. Так, слушай, мне не нравятся вот эти вот крысы. Совсем оборзели. Обязательно используй капкан. Да я понял тебя, капканы использовать. Кролики нельзя, да, лису эту подбить. Ты бомбы будешь бросать, пират? Стоит там, лыбится. Давай-ка капканчик сюда поставим с тобой. И еще одну башенку. О, смотри, 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 какая большая куча идет их. О, вот это хорошо. Вот здесь вот он вообще заходит на ура, когда именно толпа.
Как бы и все, ребят. Ух ты, новая башня. Это уже какой-то маг, заклинатель, судя по всему. Новая. О, погоди, погоди, а что это у нас и там открылось, и везде, где хочешь. Это вот у нас карта вся, да? Понял. Что это за карта здесь? Вы что, серьезно, что ли? Нифига тут карт. Ладно, давай посмотрим. Куда пойдем с тобой? Вниз или наверх? Давай наверх. Зимний воздух гудит от марширующих по льду минотавров. Жители обмороженного острова отрезаны от мира и нуждаются в нашей помощи. А я карту взял? Я карту взял с собой? А, вот. Вот. В бой. Тут еще разведать что-то можно отступить. Так, у нас с тобой только меч. Это что, это все? Это наш островочек, на котором мы должны стоять? Кто это такой вообще? Мне кажется, это какой-то маг. Или кто это, блин? Не разобрать ни шиша. Так, ладно. Кто ты, блин? Непонятно. Ну что, давай вот так, наверное, пока посмотрим. Кто это у нас тут? Монстры. Минотавр. Фонареносец. Огонь — тайна для минотавров. Он их завораживает и восхищает одновременно. Самое ценное сокровище для минотавров — лампа или фонарь. Точно, ребята, это маг. Лампа или фонарь, все, короче, нету больше тут ни лампы, ни фонарь. Обязательно используй капканы. Да что ты мне вот твердишь-то про свои капканы? И так я прекрасно знаю, что нужны капканы. Эй, погоди, погоди, а что у вас так дофига-то идет? Так, нам, наверное, нужно больше бомбометателей, наверное. Как ты считаешь? Давай вообще его поставим сюда на пятачок, пускай он здесь стоит и контролирует. А это еще кто там? Среди минотавров нет кузнецов. Они стараются сберечь каждый меч, кастрюлю или пластину брони и высоко их ценят. Богатые минотавры считают, что лучший способ похвастаться богатством — надеть его в бой. Да, вот он, ребята, в доспехах идет тут. Такой деловой. Ну, маги так себе, если честно, ребят. Кстати, мы можем улучшить. А нет, 130 нужно. Не можем мы пока ничего тут улучшить. Как ты меня запарил со своими капканами. Тут вон беда у нас творится. Ёк-макарёк. Беда, друзья мои. Ну, не пройдут. Не, не прошли. Так, что у нас там дальше? 5 волн здесь будет. Фея, вот ты достала меня. Вот серьезно тебе говорю, своими этими. Во-во-во, смотри, какой идет. Бронявый, видишь, внизу. Так, мне надо посмотреть, что у нас дает улучшение башен. Да, стрелы, конечно, тут вообще как-то беспонтово ведут себя. Так, бомбочка, можем. Улучшили. Максимально одно улучшение пока дают. Все. Вызываем следующую волну. Сколько здесь у нас? Это 4-я волна из 5. Стройте еще башни за манну. Спасибо за напоминание. То мы не знаем. Блин, а если у меня погибает герой, что будет? Проигрываем или нет? Так, вызвать на бой. Не, подожди, какой еще вызвать на бой? Мы с этим еще не справились. Так, тихо. Улучшаем. Угу. Не пройдете, гаденыши, не пройдете. Такой колобок обугливший. Ну что там у нас, все? Нет, не все. Это последний, вот сейчас последняя волна идет. Так, бомбим по ним. Капканчик давай поставим с тобой.
Вот так вот. Так, что-то я за своего персонажа, ребят, переживаю. Как бы вы тут не нагнули. Да. Улучшить, может быть. Так, смотри, смотри, бежит, 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 охламон. Не добежал. Но персонаж наш чуть было не погиб. У него очень мало хп осталось. Ох ты. Это что еще за лучники у нас появляются новые? Эльфы, что ли, какие-то? Похоже, такая карта уже у вас есть. Ага, есть. Одинаковую карту можно объединить в более сильную карту. Да ладно. Серьезно, что ли? Доступно улучшение карт. Так. Так. О, отравленные стрелы будут у нас. Собрать. Отлично, используйте улучшатель, когда получите одинаковые карты. Используйте улучшатор. Это вот это, да, улучшатор? Понял. Слушай, у нас с тобой две миссии, новые-новые. Ну что, пойдем? А вот здесь через 23 минуты, что это вообще будет такое? Проход какой-то откроется. Давай сюда зайдем. Мы прибыли как раз вовремя. Армия минотавров под прикрытием ревущей метели берет город в осаду. Да вот фигушки вам, город в осаду они хотят взять. Видишь, воспользовались метелью. Нет уж. Как бы не так. Ох, ёк-макарёк, с трех сторон будут на нас идти. Так, ну, естественно, сюда, ребят, сразу бомбочку ставим. Бомбочку. Так, прикрываем пути нашими лучниками. Ну и, наверное, чуть-чуть магов. Маги, по идее, должны быть эффективны против бронированных минотавров. Ну, это по логике, да? Ну что, пойдем посмотрим, что здесь у нас получится. Так, народ убежал. Почуял неладное. Все, детишки убежали, как говорится, в школу. Обязательно использую капканы. Опять он мне это твердит, а, со своими капканами. Он жить, что ли, не может без капканов, без своих, а? Вот объясни мне. Постоянно одно и то же твердит. Поставим тебе капкан, так уж и быть, вот. Я, может быть, энергию коплю для улучшения башни или для новой башни. А он мне все заставляет свои капканы сюда лепить. Ну, кто там еще? Вон, идут голодранцы. Тут обычные пока, без всяких, ребята, броней. Без фонарей. Обычный. Так, вот то, что у нас с тобой один бомбометатель, это мне не нравится. Так, дубина, естественное оружие для минотавров. С луком сложнее. С ним нужно настоящее мастерство. В результате стрелки умнейшие из воинов-минотавров. Так, я вижу, ребята, стрелок-минотавр. Зелененький, да? Вон они, пошли. Они что, будут в моего героя, что ли, бомбить? Ну-ка посмотрим. О, точно. Уходи, 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 уходи. Вы можете воскрешать павших героев за самоцветы. Не буду я его воскрешать. Пускай лежит. Слушай, без него будет плохо, ребят. А как я его... как мне его... Понятно, короче, никак, да? Я его никак не могу... Во, воскресился. Так, пускай он здесь нафиг стоит. Не будем его никуда вызывать. Да что ж такое, эти лучники, они заколебали. Они, ребята, очень быстро меня что-то расстреляют. Ты посмотри, он стреляет еще так далеко. Да, трындец, я тебе скажу. Просто трындец, офигеть. Но мы потихоньку восстанавливаем с тобой здоровье. Потихонечку там, по микрончикам. Но все равно, вот, какая-то жесть. Да. В общем, лучники для нас это просто беда какая-то. Согласись. Так, башни лучше сразу улучшать, говорит. Но мы прошли. Опа-на, улучшатор. Надо посещать, ребята. Почему? Потому что у нас появилась дополнительная карта. Точнее, двойная карта. Ой, у вас заканчивается энергия. Энергия восполняется со временем, а также в награду за некоторые битвы.
Какая удача, у меня есть излишек энергии. Пополню-ка я ее вам. Спасибо тебе, феечка. Спасибо. Так, мне нужен улучшатор. Тик. Тик. Блин, одна минута, некогда ждать. И что? Что эта карта мне дает? Давай почитаем. Швыряет бомбы, поражающие определенную зону. Ага, бомбы с черного пороха. Увеличивает урон. Так, испорченный ром. 50% бомб горят. Оу. Так, 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 так. У нас с тобой здесь есть. Так, метель не ослабевает. В слепящем снегу быки короля бычка маршируют на беззащитный торговый город Хельм. Грехи мои тяжкие. А что ты себя обвиняешь в грехах? Ты наоборот должен боевым быть. Мы уничтожим с тобой всех бычков здесь. Абсолютно. Так, они пойдут отсюда. На повороте мы с тобой ставим башенки. Так, лучник. Здесь пускай будет маг. Сюда поставим бомбардира. Так, магов. Магов нужно побольше, потому что если бронявые там пойдут, это будет плохо. Что такое? Все, как бы, да? А где мой... А, герой потерял его. Вот он. Ну-ка. Так. Идут бычки с палками, ё-моё. Опять народ весь убежал. Напугали, блин, мне... Моих горожан. Лучник, что ты там стреляешь-то еле-еле? Слушай, маги хорошо бомбят. Оу, у них новая тропа появилась. Сбоку. Вот отсюда, ребята. Вызываем. Что такое? Опа, мы можем с тобой испорченный ром. А, тут, видишь? Тут можно улучшать либо в эту ветку, либо в эту. Слушай, ну это прикольно. Что есть выбор. Так, мой герой рванул в бой. Мне единственное не нравится, а где у меня броня, где у меня что-нибудь, что я могу носить. Так, погоди, 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 куда прибежал-то? Стоп, 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 стоп. Мы так не договорились. Так, вызываем следующую сразу же. По горячим, ребята, следам. Что-то у меня герой уже все. Весь покоцанный. Так, а это что у нас за супер-пупер минотавр идет? Ну-ка, почитаем. Хоть рыцарство у них и не водится, минотавры называют себя рыцарями. Если отберут снаряжение у какого-нибудь рыцаря. Начинали с простецкого, да, и... Вот такие вот, короче. Рыцарь, ну он мощный. А если мы его в капкан? Ага. Да, капкан для него, ребята, это как-то фигня получается. А, так мы можем с тобой прокачивать и горящие снаряды, и черный порох. Блин, может быть будут здесь башни, которые могут хилять моего персонажа. Ну что это такое, да? Ну, хромоножка, ё-моё. Так, давай-ка здесь, наверное, улучшим башенку. Так, эти... Ой, это же лучники, убегай, убегай! Все. А капканчик не хотите? Мелочь пузатая. Сколько там еще волн? Еще одна, ребята, еще одна волна. Ее надо пережить. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, побежали. Побежали со всех сторон. Так, давай прокачиваем стрелы ядовитые. Будем их сейчас вжаривать. Правильно, в капкан, так ему и надо. Эй, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, что так много-то вас? Срочно улучшение, ребят, срочно улучшение. Так, опять этот тяж ползет. Давай, беги быстрее. Сейчас, наверное, нас ушатает. Уходим. Ты серьезно? И наш герой решил отдохнуть. Опа, опа, а это что такое? Центурион первого уровня. Бесстрашный рыцарь, закованный в броню с головы до ног. То есть, в плане, это будет герой, что ли, или что такое? Деревянный щит первого уровня. Это, я так понимаю, на нашего персонажа одевается. А что за центурион? Это же не башня ведь, так?
А ну-ка, дай-ка я гляну. Бесстрашный рыцарь, закованный в броню с головы до ног. Но это карта. Так, мне нужно щит поставить. Тут броня, шлем, ботинки. В общем, герой одевается по полной программе. Так, улучшатор нам пока не нужен. Ну что, новое? В сумерках мы добрались наконец до берегового убежища в сальном дереве. Но спокойствие вечера нарушили трубящие боевые рога орды минотавров. Быки напали на наш след. Напали они на наш след. Так, я хочу посмотреть, что за центурион, что это такое? Как вообще это будет? Ну ведь это же не башня. Нет. То есть, ну, давай проверим. Ага, ну все, все, я понял. Это что, мне показалось, что там что-то лежит. Это, ребята, не башня. Это у нас рыцарь, которого мы можем с тобой призывать. Который нам, я так понимаю, будет помогать. Так, слушай, секундочку. Ну, заодно и посмотрим. О, так он как герой ходит тут. Все, я понял. Сюда сделаем, наверное, и вот сюда. Все, башни мы с тобой везде поставили, где только можно. Тут будет 5 волн. Заодно и посмотрим, что из себя представляет этот центурион. Насколько он крепок. Так, рубаши так неплохо. Надо их вдвоем поставить. А то один дерется, другой там в носу ковыряется. Если хотите ускорить бой, включите быструю игру. Осторожно, чем быстрее играть, тем... труднее оборона? С чего это вдруг? Ну, проверим. Ну, я не знаю, чем оно сложнее-то. Горящий ром прокачиваем. Запинали. Следующий бой. Так, что-что? Против бронированных врагов постройте молниеносные башни. Молниеносные. Ну, это которые молниями бомбят против бронированных. Эй, погоди, куда вы побежали? Чушки. Да, блин, куда он побежал? Ах, Ламон, чуть было не убежал, а? Посмотри на него. А это кто? Это лучник. Давай, давай, накати ему. Вот так вот, чтоб знал свое место. Паршивец все-таки. Вызываем следующих. Прокачиваем здесь. И все пока. А центурион, друзья мои, только один может быть у нас, да? То есть это как действительно как герой. Ну куда вы опять пошли, а? Вас сюда никто не звал. Угу. Нет, надо все-таки еще центуриона сюда ставить. Что-то сложновато как-то здесь контролировать. Ну, молодцы, красавчики. Следующая волна. Следующая волна. Так, подожди. Блин, нам никого не улучшить, да, получается, сейчас в данный момент. Вообще никого. Ну, я-то хорошо, кстати, бомбит. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда это вы? Разделение, блин. Центуриончик, беги туда. Будешь прикрывать. Ну. Так, там два капкана есть. В принципе, можем еще. А куда мне поставить? Мне некуда влепить. Только лишь улучшить можно. Можно лишь улучшить. Ох, ты посмотри, кто это такой, ребята. Больше всего лучше. Любимый девиз минотавров. Их социальная иерархия, за несколько исключений, основана исключительно на размере. Минотавр-зверь. Возвышающийся выше остальных минотавров-зверь, устрашающий враг. Вот так вот он выглядит. Вот он идет в наглая морда. Но действительно, это что-то типа босса, друзья. Посмотри. Его надо пинать. Сейчас герой мой сляжет. Так, он сейчас и центурион, скорее всего, завалит. Слушай, центурион намного крепче, чем мой герой. Ты посмотри. По крайней мере, он ему сдачи сдает.
Ну, в капкан его. Так, траванули. Мой герой выбежал. Ну, главное, победа. Ага. Так, слушай, у нас с тобой какой-то меч появился. По-моему, настолько я одет. Доступно улучшение карты. Но я так и понял, что нам нужно с тобой идти в улучшатор и улучшать. Цепь молнии поражает нескольких врагов. Вот так вот. А меч? Меч могу улучшить? Могу, ребята. Так, был 8-11, становится 9-12. Твою налево специально что ли делают так, чтобы я гемы тратил, да, свои? Герой, держи меч. Друзья. Гельмут герой и эпичный Эльма. Войдите в Facebook и получите новую замечательную карту. Это я сделаю, но, ребят, за кадром. Ну что, давайте, наверное, на сегодня мы с этой игрой пока закончим, ребят. Пишите в комментариях, как она вам, будем дальше играть в нее или нет. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.